интересно. Точка отсчета этого фестиваля «Старое будущее», вот она будет с города Казани. Я предвосхищаю вопрос, а что это у нас в Казани? Ну, потому что у вас вы все и видели, и вас трудно удивить, но нам бы хотелось, чтобы это было не дежурное мероприятие, а чтобы было интересно жителям и профессионалам в том числе. Можно лучше потом встретиться, когда вы посмотрите эти спектакли. Кто-то побывает на мастер-классах. Ясно, что мы одновременно договариваемся и с Институтом культуры, и с Министерством культуры Татарстана, естественно, сотрудничать и не от фестиваля до фестиваля, а активизировать наше сотрудничество по разным направлениям.